Компьютеры настолько вошли в повседневную жизнь людей, что виртуальность для многих стала реальностью. Киберспорт в Сарове набирает огромную популярность среди молодежи. FIFA, танки, Counter-Strike – число поклонников этих игр постоянно растет, и геймеры регулярно проводят соревнования друг с другом. Именно поэтому Даниил Зюкин решил создать в Сарове первую официальную ассоциацию по киберспорту «Киберсаров». Идея родилась-то очень-очень давно, еще года 3-4 назад, и началась она именно не с ассоциации, а началась она с киберспортивной команды. Тогда мы собрали киберспортивную команду Сарова под названием Gods of Demons в дисциплине Counter-Strike Global Offensive и участвовали в онлайн-турнире по Нижегородской области с целью показать себя, то, что мы существуем, и постепенно дать толчок развития этого спорта в Сарове. В нашем городе ранее уже пытались создать ассоциацию киберспорта, но безуспешно. Даниил изучил негативный опыт своих коллег, проанализировал причины неудач и подошел к этому вопросу более глобально. Как я знаю, они создавали эти ассоциации свои площадки без поддержки Федерации киберспорта России, в частности по Нижегородской области, и без поддержки какого-либо финансирования. В отличие от них, у меня есть такая возможность, я пользуюсь поддержкой Федерации и поддержкой различных спонсоров. По словам Даниила, компьютерные игры уже получили равные права с футболом и хоккеем, а это значит, что киберспортсмены могут проводить официальные общероссийские соревнования и получать в этом виде спорта разряды и звания мастер спорта России и мастер спорта международного класса. А в конце августа в Сарове пройдет первый турнир по киберспорту. Состоится турнир по игре Dota 2, она пройдет с 24 по 26 августа, то есть это конец недели, с пятницы по воскресенье. Пройдет она в режиме онлайн, то есть не физическое присутствие в каком-либо клубе, а именно можно сесть в дома, зарегистрироваться в турнире обязательно с командой и принять участие. В команде может быть не больше 5 человек, плюс 2 запасных игрока и 1 менеджер. Чтобы принять участие в турнире, достаточно просто оставить заявку в социальной сети ВКонтакте или написать Даниилу Зюкину в личные сообщения. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.